Привет, я Никита Власов, а вы смотрите зимний выпуск телепроекта «Звукосниматель» на ТНТ «Онега». Мы продолжаем знакомить вас с творчеством карельских и петрозаводских музыкантов. Вот и сегодня мы представим вам клип петрозаводской группы «Ганеша». И о том, что вы увидите, нам расскажет лидер группы Александр. Привет. Привет, Александр. О чем клип, что за песня? Ну, песня — это наш последний сингл, точнее, я надеюсь, не последний, а крайний, обзовем это дело так. А клип, ну, собственно, нужно было как-то экранизировать. Угу. Делал один из наших друзей в Москве, буквально за бесплатно. Трек называется «Сильнее». Есть какие-то особенности у этого видео? Что там? Нет никаких особенностей, тотальный DIY. А что там за история с сербско-хорватскими коллегами? Один мой товарищ из Сербии, гитарист группы Sharks, Snakes and Plants, просто написал мне, не хотим ли мы поддержать его проект по, ну, грубо говоря, посвященный антивоенным движениям. Вот, он подключил туда еще, по-моему, около 20 команд со всего мира, играющих, ну, тоже гранж, обзовем условно так. Вот, и мы сделали такую совместку на их трек. Это где можно найти, там, на каких-то ваших ресурсах? Это можно найти на всех наших страницах, Facebook, ВКонтакте, YouTube и так далее, и тому подобное. Ну, и на сайте Балканского MTV, по-моему, там последний раз 11-я позиция была. Но тот клип, который мы будем сейчас смотреть, это совершенно другое видео. Да. Смотрим новое видео группы петрозаводской группы «Ганеша» на песню «Сильнее».
Вы смотрите зимний выпуск телепроекта «Звукосниматель». Сейчас наша постоянная рубрика «Drummers Pro». Привет всем, это Drummers Pro. Сегодня мы с вами продолжим разговор о стиле сонга, и я покажу вам, как выглядит рисунок, основа рисунка именно в этом стиле. Начнем с медленного темпа, чтобы было максимально понятно. Итак, мы играем 16-е. Добавляем тарелочку. Добавляем ногу. Нога играет рисунок, тот, который играет обычно бас-гитара. И они вместе дублируют этот рисунок. Он не играется не на сильную долю, а сейчас вы увидите. И быстро он звучит очень так, немножко по-другому. Это так будет выглядеть. Ну и добавляем еще хай-хета. Акценты немножко. Вот основа этого рисунка. Там потом, конечно, очень много всяких разветвлений идет через парадидл. Таким образом играется. Потом можно играть, добавлять 3 удара, если техника позволяет. И так далее. Но это уже сложные рисунки. Здесь нужно, конечно, вначале наиграть технику такую, чтобы катили вот эти 3 шестнадцатых. После этого, конечно, у вас рисунок будет катиться и так далее, и так далее. Ну, конечно, нужно наиграть просто 16-й ровненький. Вот отсюда все и звучит. Я сейчас включу минус. Вот то же самое. Стиль сонга, который мы с вами прошли. Если вы хотите что-то сложнее, конечно, вам придется обратиться к педагогу, который вам расставит акценты, ну и так далее. Основа у вас уже будет, вам будет это все гораздо проще сделать. Поэтому занимайтесь, смотрите Drummers Pro, звукосниматель, и у вас все получится. Спасибо. Вы смотрите зимний выпуск телепроекта «Звукосниматель». Далее видео из нашей обширной коллекции живых выступлений петрозаводских и карельских коллективов перед камерами звукоснимателя, которые мы накопили за почти 8 лет нашей работы в эфире телеканала ТНТ «Онега». Мы любим футбол, мы любим бобслей, но больше всего мы любим хоккей! Так стара, хоккей это значит.
Вы только что посмотрели зимний выпуск телепроекта «Звукосниматель». Увидимся ровно через неделю. Я, Никита Власов, прощаюсь с вами. Смотрите телеканал ТНТ «Онега».